Поворачивай вправо. Мне это помогало. Ты встречалась с бритвой. Кто такое сказал? Это доказывают шрамы. Не хочешь ему за них отплатить? Это без меня. Я жить хочу. Может, хватит уже бегать? Менять адрес каждые 2 недели. Даже за продуктами не выходить без пушки. Помоги мне, и вернешься к прежней жизни. А если я не хочу? Что нужно? Чтобы он сдох. Тогда путь у тебя только один. Так, пора в штаб. Что? Есть тут одно местечко. Так, а куда ты меня тащишь? Зои называет это... Операционный штаб. Гараж, короче. Что за Зои? Ты меня пугаешь. О, успокойся. Зои – агент ФБР. Мы должны взять за задницу продажного агента по имени Коттер и выйти на бритву. Ты доверяешь этой федералке? Да, думаю, да. Ясно. Если что-то пойдет не так, я тебя придушу. Договорились. Бритва? Хочешь об этом поговорить? Ну, может, для начала. Почему? Ты когда-нибудь проходил слепой поворот на полной скорости? Да. Считаешь, что поступая так, дольше проживешь? Нет. Нет, но риск опьяняет и волнует. Ты не знаешь, что тебя ждет. Педаль в пол и идешь до конца. И только каким-то чудом избегаешь смерти. А потом повторяешь это снова, так? Да. Вот так и с бритвой. Добро пожаловать в офис. Ну, что скажешь? Грязно, шумно, яма посередине. Супер! Давай покажу, как тут все устроено. Вообще-то, Юг, это ничейная земля. 5-10 уже много лет хотят его захватить. Многие пытались это сделать, но потом пожалели. Все сходится на этом парне, Кэмерон Рокпорт. Кэм. Ни в какой банде не состоит, но сомнений нет. Король тут он. Много сильных бойцов негласно его поддерживают. Каждый, кто знает Кэма, его боится. Этот страх придется ломать.
Если сможешь набрать людей и захватить территорию, то тогда и только тогда у тебя появится шанс покончить с Кэмом. И юг станет твоим. Там. Преступник перейдет границу. Немедленно присоединяйтесь к преследованию. Хорошо. Воздушная поддержка по-прежнему ведет объект. Слышу вас. Экипажем. Разыскиваемый преступник пересек нашу границу. Присоединяйтесь к погоне и ждите. Да, принято. Так, у нас топливо заканчивается. Долго не протянем. Да, 10-4. Сенсор, блокирую его. Упустили его. Можно отправить больше патрулей по маршруту. Попробую остановить его. Все еще видим цель. Боже, мы натворим, а тут все.
Всем экипажам, разыскиваемый преступник пересек нашу границу. Присоединяйтесь к погоне и ждите. Вас поняли. Развернуто заграждение. Вас понял. Всем бортам установлены заграждения. Поддержка, это не Цитер. Прекращайте погоню, возвращайтесь.